Привет, наконец! Мы дождались арт от Кии. Он для нас очень важен. Арт опубликовала или опубликовала 17.12.23 года в 17.12 по московскому времени. В Корее 23.12. Этот человек тоже любит играть с числами. Ровно 2 года и 1 месяц назад Тэхён решил поделиться важным моментом из своей жизни. Он опубликовал пост в своем блоге, рассказывая о том, как он воспитывал Бама с тех пор, когда тот был еще маленьким щенком. Загадочное название арта «Я тоже из Тэгу» создает множество вопросов у ее зрителей. Кто, собственно, задает этот вопрос? Зачем Кия посвящает в это своего зрителя? Итак, вот и доказательство того, что я говорила, что Кия будет брать что-то из старого, добавляя что-то новое, там, скажем, на новый лад, и будет это публиковать. Так вот, арт состоит из старой и новой истории. Давайте окунемся в старую историю. Это появление малыша Бама в семье. Он прибыл из города Тэгу, о чем поведал сам Чунгук. Для него дорога была нелегкой. Бедный малыш с трудом ее переносит. Он был болезненным малышом, но любовь и забота родителей поставила его на ноги. Во время появления Бама Чунгук жил в общежитии. А теперь давайте вернемся в наше время. Мы видим квартиру Чунгука, где обстановка нам знакома. Особенно диван, на котором он любит отдыхать и проводить время. Рядом с ним стоит знакомая нам плюшевая игрушка Hello Kitty в костюмчике милого медведя радужного цвета. Все мы помним эту игрушку, потому что она привлекла внимание в том замечательном блоге из Будапешта, где Чунгук поделился своими впечатлениями и веселыми моментами своей поездки. Шапочка Calvin Klein – это предмет, который окутывает головы Чунгука и Тэхёна, двух загадочных персонажей нашей истории. Известно, что они оба носят такие же шапочки, но остается загадкой, принадлежит ли каждая шапочка отдельному каждому герою, или же у них есть общая одна шапочка на двоих. Может быть, это символ их тесной связи и любви друг к другу? Такие вопросы остаются без ответа, как и многие другие загадки, связанные с главными героями нашего повествования. Они, несомненно, являются центральными фигурами. Парень из Пусана нашел оба свои счастья в городе Тэ. На коленях Чунгука лежит самый дорогой человек в мире Тэхён. Его глаза исполненный радости, его улыбка сияет золотом. В объятиях его крепких рук спокойно и уютно покоится маленький щенок по имени Бам. Это их питомец, их верный спутник. С первой встречи их сердца слились в неразрывной связи, и теперь они не могут представить себе один без другого. Тэхён и Чунгук любят Бама по-настоящему, беззаветно и безгранично. Они прислушиваются к его внутреннему мирку, знают его потребности и желания. Они заботятся о нем так же, как заботятся о себе. У них есть свои ритуалы и игры, свои секреты и шутки. Они смеются, играют и исследуют мир рядом. Пространство вокруг них пропитано любовью. Это их собственно маленькое царство, где правит не страх и злоба, а доброта и понимание. Здесь каждая минута наполнена радостью и блаженством. Чунгук, Тэхён и Бам чувствуют, что друг другу нужны в этом огромном мире, и их связь крепчает с каждым новым днем. Так они идут по жизни втроем, счастливые и довольные. Вместе они создают замечательные мгновения, наполняющие сердца радостью и любовью. Ничто не может разлучить их, потому что их связь проистекает из самых глубинных уголков души. Ведь настоящая любовь никогда не знает преград. И пусть мир вокруг них остается таким же пропитанным любовью и теплом, как и их собственное счастливое пространство. Это их история, и они счастливы вместе. Есть вопросы к Таро? И задаем. Итак, посмотрели наше видео. Вопросы к Таро. Взять щенка. Это спонтанное решение взять Бама. Это спонтанное решение. Семерка кубков. Спонтанное решение. Карта вышла дьявол. Это карта всегда какого-то искушения, соблазна. Башня – это внезапно.
Вот прям четко внезапно появилось такое искушение, желание срочно взять Бама, щенка. А семерка чаш, она не говорит совсем о серьезности какой-то. То есть я скажу, карты говорят да, спонтанно. Они вместе решили взять щенка или это решение Чунгука? Так, Тхёна и Чунгука или только решение Чунгука? А это карта одного, это карта не двоих. Эта карта вышла жрица. Она говорит о решении, да. И это, знаете, какое решение? Это решение, человек долго думал об этом. То есть здесь вроде бы как спонтанно взяли, да? Ну вот именно, возможно, эту собачку, да, именно Бама. Но вот эта карта, она говорит, что человек реально об этом думал, продумал все, обдумывал, да? Да, смотрите. Вот. Такие серьезные вышли вот эти карты, то есть в этих картах нет спонтанности вот здесь. То есть для Чунгука это было реальное решение, связанное с предложением. И вот я бы сказала, по этим картам он предложил взять, а не Тхён. Кто нашел щенка? Чон или Тэ? И вот, например, здесь-то и Чунгук, в общем. Видите, они сразу и ответили наперед. Потому что здесь в будущем карта. Но я все равно достану. Кто нашел щенка? Чунгук или Тхён? Так, спрашиваем. Чунгук или Тхён? Знаете, они вообще-то занимались поиском вдвоем. Вот такие карты все вышли. Вдвоем занимались. Здесь нет одного карта, да? А это поиском. То есть они никому это не озвучивали по этой карте. Это вот тайна. Так, почему именно в Тэгу? Они там были в этот момент? Тхён и Чунгук были в данный момент в Тэгу, когда взяли Бама? И нет, вы знаете, вот не, они по этой карте не были там. Но их позвала вот шестерка кубков. Это семья. И эта карта связана с семьей, с родом. Их, в общем, пригласили туда по этой карте. Четверка, появилась возможность туда поехать. Эта карта с поездкой связана. Поехать, вот шестерка кубков, это родные, к родным, к близким. И, в общем, появилась возможность, шанс поехать туда. Их пригласили. Вот. Они не были там в данный момент. Их пригласили. Так, посещал ли Чунгук Бама вместе с Тхёном перед армией? Так, ну да, вышел у нас Иерофант. Вдвоем, вот двойка тайно посетили, в общем, не афишируя. И карта выше колесница. Колесница это, ездили они туда, да, вот вдвоем. Карта Союза вышла, Иерофант. Да, карта отвечает, да, они вместе были. Так, а теперь спрашиваем Кия, наш любимый автор артов. Она из Тэгу? Так, она из Тэгу? Да, ее там дом, вышла четверка, это император, вышла карта. Карта император связана с домом, у нее там недвижимость по этой карте. Да, и солнышко дом, и шестерка жезлов. Дом, она оттуда, эта карта связана с дорогой, две карты, да, прям четко указывать, оттуда. Она туда ездит часто по этим картам. По четверке родной дом ее. Сделан ли был этот арт изначально по фотографии? Так, по фотографии. Ну да, карта юстиция вышла. Карта юстиция, это да, в общем, да, сделан по фотографии. Шестерка пентаклей. Вот, вот, замутили, сделали, видите, там нашаманили. Король кубков. Он об этом говорит, да. Король кубков это шаман. И юстиция, да. А что ей запрещает карта? На законных основаниях ее фотографии. В общем, да. Она сама выбирала арт или ей дали конкретное фото? Давайте спросим. Мы уже с этим карт видим, что она делала так. Ей вышел шаман, карта шаман называется, мах карта, шут вышла такая карта, и восьмерка, она сама
выбрала арт или ей дали конкретное фото. Я вам скажу, что по этим картам... Вообще, это карта договоренностей. Но главный персонаж в этой карте – это именно она. Вот. Но по этим картам дали восьмерка жезлов, позвонили, дали указания, прислали, в общем, и так далее, да. А эта карта относится вот именно к переделке этому фото. То есть четко карты говорят о том, что, в общем, ей дали и сказали переделать. В общем, дали четкие указания вот по этой карте, да. Плюшевая игрушка Hello Kitty в костюмчике милого медведя радужного цвета. Это значимая вещь для Чунгука. Вот, она ассоциируется с Тэхёном. А четверка мечей вышла карта. Четверка пентаклей. Ассоциируется ли с Тэхёном? Значимая вещь. А четверка мечей. Реальной связи. Да. Ассоциируется с Тэхёном? Ну, да. Вот. Считает ли Тэхён Бама тоже своей собакой? Общая их собака, Тэхёна собака. То есть, как он к Тэхёну относится к этому? А, пятерка мечей. И так, положу карту, то устали руки. Вышел персонаж. Считает ли Тэхён, что это его собака или общая, да? Вообще-то он больше склонен к тому, что это его собака Тэхёна. Эта карта пятерка мечей, она не говорит об общем. Мало того, что он немножко, возможно, недоволен ситуацией с Бамом. Вот так карты говорят, да? Но соблюдает, в общем, меру в этом. То есть он сдержан, не говорит ничего против, то есть знает... Это карта общения, чувств, следит и контролирует свои эмоции, чтобы пятерка мечей, это агрессивно настроен к ситуации по поводу Бама. Возможно, он недоволен, что он в тренировочном лагере, что не видит там тепла, заботы, вот по этой карте тепло, заботы. Возможно, по королеве кубков он не получает ту теплоту чувств, которую бы, вот прям четко карты об этом говорят, которую бы хотелось, чтобы он получал, да, потому что он уверен, что вот такие карты вышли очень серьезные, что он больше значит для них, нежели, допустим, то, что он получает сейчас от них. Внутри больше к нему любви, нежели в реальности по факту получает он. Ну и теперь спросим на будущее, намерен ли забрать Чунгук Бама в новый дом после армии? Заберет вот? Нет. Вот пока, хоть и, допустим, видите, намерения вышли четкие. Ну, двойка пентаклей, двойка кубков, да. Намерен ли он забрать? Будет ли достигнут вот этот союз и заберет он или нет? Ну, сейчас, возможно, и смотрите, прям новый дом, это прям окна в дом, да? Стена, прям реально дом и карта повешенный. Возможно, по этой карте, знаете, эта карта связана с будущим, карта намерений. Вот. Но пока ситуация подвисшая и... Она, ну, пока, видите, да, вышла карта повешенная, и пока это неисполнимо, и двойки, а двойки – это начало. Но мысли, эта карта очень тесно связана с внутренним состоянием человека, с его, допустим, вот он обдумывает, принимает какие-то решения, завис пока, вот. Ну, карта, в общем, не говорит о реальных действиях пока, да, но есть, в общем, мыслишки по поводу этого, да. Пока нет, не забирает. Пока нет, но на будущее обдумывает. Так, когда Тэхён и Чунгук будут жить вместе, будет ли с ними жить обе собаки? Да, и Бам, и Йонтан, и мы там знаем, что там еще и третий. В общем, когда Тэхён и Чунгук будут жить вместе... Ну, прямо скажу, что здесь не падают карты, что они будут жить вместе. Так, ну давайте еще карту достану.
Вот. Хотя вот эти карты говорят, вот смотрите, вышли. Паж жезлов, карта будущим связана, да, рассмотреть варианты. Семерка пентаклей, карта говорит об инвестициях каких-то, начало совместной жизни, вот эта карта может говорить об этом, да, и эта карта начала. Но пока вышла вот служба, им, видите, прям вот служака вышел, да, вот, король мечей, в общем. Пока вот ограничения, да, пока, в общем, вот карта мир и восьмерка мечей, люди пока, в общем, служат, и карты такие вышли, что они вот закрыты, у них ограничения, они, нет передвижения, в общем, и вот служат они, да, вот, карты так вышли. Ну, на будущее я показала вам три карты, они говорят, да, о рассмотрении. Рассмотрят. Они заведут еще одну собаку. Так, они заведут еще одну собаку. В общем, отшельник вышла карта, и вы удивитесь. Пятерка жезлов и король, рыцарь кубков. И вы удивитесь. Вот карта дня у нас на Бусти. Постоянно там карта дня. Если желаете, подписывайтесь. И там вышла звезда. А здесь вышел отшельник. Ну, карта может говорить сейчас о необходимости ожидания. Карта связана с таким терпением, ожиданием. Но карта благоразумия, проявления чувств, любви. Пятерка жезлов, карта выбора какого-то. То есть, это так как, учитывая рыцарь кубков, это своего рода предложение выбора, рассмотрение каких-то вариантов. Будет ли питомец? Да, рассмотрят варианты по отшельнику. Будут рассматривать варианты. Медленное промедление, а это прибытие куда-то в какой-то пункт. И это тоже. Возможно, это карта. Они прям могли вот по этой карте сказать, что они опять возьмут откуда-то там с лагеря питомца. Ну, вообще-то, я вам скажу, такие карты. Вышли, вот, показывают, знаете, какую-то такую ситуацию, что такое ощущение, что они взяли питомца вот здесь, да? Какого-то питомца взяли. Вот. С лагеря какого-то или еще откуда. Эта карта связана с каким-то общественным местом. Это может быть какое-то заведение. Я не знаю, что это может быть. Ну, вот как тренировочный лагерь Обама или, может быть, еще где-то. Это может к любому учреждению, но что касается огромного скопления людей, такой проходимости большой. Это может быть и торговый центр, там какой-то и рынок, и там все, что хочешь, да. Вот. И по этой карте вот такое ощущение, что взяли кого-то, да. В общем. Вот. Но они нам-то этого не показали. Медлительность, там, необходимость ожидания вот этого момента, да, интригующего, радостного по рыцарю кубков. Спасибо за поддержку. Всем пока.